Ореша. Тесто нам мантой делает. Да, сегодня решил побаловать, вот, манты сделать. Трудно? Ну, я делаю качественно, как Козленко. Раскатываю хорошо, чтобы было супер тесто. Сколько еще будешь раскатывать? Еще минут 10. Да? Должно быть хорошее. Я всегда делаю долго. Вот. Ты уже какой раз делаешь? Да уже много. Че считаю? А по твоей рожице видно, что первый раз. Первый раз, первый класс. Молодец. И ты что сейчас накатал? Чего? Колбаску? Кокосы. Молодец. Что туда вошло в твое тесто? Расскажи рецепт. Рецепт? Да. Килограмм муки. Ага. Два яйца. Две столовых ложки. Куриные? Да. Две столовых ложки соли и молоко для нежности. Масло подсолнечное, тоже чуть-чуть. Блин, прям ты все запомнил, ну, молодец. Да. Вот сделали, нарубили баранинку. Вот они. А как красиво. Молодец. Профи. Ты мне только стол не сломай. Ну, а как хотел. Надо тесто отбивать, чтобы она кислород впитывала. А муку ты сеял? Конечно. Ой, молодец. Чтобы она кислородом подышала, обязательно просеивать муку перед этим. Угу. А то ерунда получится. Угу. Долго еще катать? Минут 10. Еще 10 минут. Не устал? Ну, тяжеловато, конечно. Я ж качество. Как Козленко. Красота. Какие ты бублики и баранки. Ой, накатал. Колбаску. Все. Колобок. Приходите в гости на манты. Смотри, а то очередь придет, будешь разгонять. Очередь не придет. Очередь может выстроиться. Ну, выстроиться. Где-то тут Дед Морозик висит, как он перед носом. Новый год. Старый Новый год. Круто. Ой, молодец. Красота. Видишь, какой стал уже? Как батон. Ты как по заднице шлепаешь. Как тебя по заднице.